Порой очень удивляют сельские трактористы, которые проявляют недюжинную смекалку при устранении различных неисправностей собственных машин. Одним из основных инструментов для ремонта является, вы не поверите, топор. Как говорят самые опытные, он поможет практически в любой ситуации. Отломилось, к примеру, переднее колесо. Можно вырубить щурку и установить ее между упором полурамы и балансиром. Машина выровняется и нормально поедет дальше на трех колесах. Еще один совет от чудо-механиков. Если к ступице телеги без колеса привязать щурку, то ее можно спокойно тащить, причем даже с грузом. Или прикрепив к навеске трактора вырубленное бревно, можно поднять груз с довольно большим весом и уложить его в телегу. Классика жанра. При поломке одного из катков гусеничного трактора, вместо него можно поставить обтесанную деревяшку. Конечно, надолго ее не хватит, но некоторое время она прослужит. Для того, чтобы вытащить закопавшуюся машину и при этом не застрять самому, тросы можно закрепить на удлинитель из жерди. Деревянные, так называемые запчасти, выручают практически в любой ситуации. Один тракторист проработал на одном ТДТ-55 практически всю жизнь, а когда вышел на пенсию, его машина работала исключительно благодаря расставленным по всем механизмам распоркам и клиньям из дерева. Но не только на это распространяется находчивость сельских механизаторов. Всем известно, что в гидравлику тракторов заливается веретенное масло. Но что делать, если масло вытекло из-за поломки цилиндров или перебитого шланга, когда под рукой нет запасной емкости с маслом? Вполне можно залить в систему обычную солярку из бака. Правда, при этом гидравлика будет реагировать намного медленнее, но все же машина будет двигаться. Есть достоверная история, у героя которой в мороз сломался трактор, когда он находился в 5 километрах от деревни. Все шло как обычно, но внезапно в кабине послышался запах каленого железа, а спустя несколько секунд из подкожуха сцепления посыпались искры. Заглушив двигатель, тракторист разобрал полкабины и накидал снег в люк кожуха. Снег таял практически мгновенно. Идти до деревни пешком 5 километров в такую погоду – то еще удовольствие. Да еще и воду из трактора надо слить. И тут нашему герою пришла в голову мысль – полить выжимной подшипник отработкой из шарманки. Решил – сделал. Несколько качков насоса и подшипник в обработке. Нельзя точно сказать, что именно помогло трактористу – охлаждение подшипника снегом или попавшее на него масло, но факт в том, что машина тронулась. По пути до деревни он останавливал трактор в те моменты, когда казалось, что подшипник вот-вот опять заклинит. Тогда тракторист снова обливал его маслом, причем уже вместе с самим валом, и продолжал свой путь, так и добрался до дома. Когда трактор на следующий день попал в руки механика, оказалось, что все шарики подшипника находились в одной куче. Сепаратор разлетелся. После этого о такой ерунде, как порванный ремень вентилятора, даже и вспоминать стыдно. Его можно просто заменить на обычную веревку. Сельские умельцы не любят долго задумываться над проблемой. Они просто решают ее подручными средствами.